Когда я был в твоем возрасте, все говорили, что мы станем полицейскими или бандитами. Но под дулом пистолета... Какая разница? Это не просто полиция. Это федеральное управление. Мы в элитном отряде. Вот кого мы ищем. Франко Костелло. Зарплата меньше, чем у простого полицейского, но есть премиальные. И что я должен делать? Фильм Мартина Скорсезе. Невозможно распознать человека, работающего под прикрытием. У тебя кто-нибудь работает с Костелло сейчас? Скорее да. Ты знаешь, кто я? Скорее нет. Если что, мой приятель найдет тебя. Как быстро. Думаешь, он уже труп? Думаю, это сработает. Нам всем ясно, что у Костелло есть стукач в отделе расследований. Мне запрещено говорить о работе. Да, и это проблема ты. Даже не представляешь, какая. Чужой среди своих. Возьми себя в руки. Быстро! В прошлый раз я предупредил тебя и спас от тюрьмы. Свой среди чужих. У меня чувство, что в команде завелся коп. Рано или поздно он узнает, кто я, и тогда мне конец. Я могу найти крысу. Дай мне сделать это по-своему. А если не сможешь, понимаешь, чем я рискую? И кто есть кто? Ты обманываешь меня. Есть вещи, которые ты не хочешь знать. Сколько можно было ждать? Вы хотели, чтобы он порубил меня на куски и скормил собакам? Этого вы ждали? Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон и Марк Уолберг. «Отступники» с 5 октября в кинотеатрах. Мировая премьера.